Рабир Бикрам Шах Дева, нынешний король Непала, взошел на престол в 1972 году, после смерти своего отца, короля Махендры. Хотя официальная церемония коронации состоялась лишь в 1975 году. Молодой король предложил объявить Непал зоной мира. Его предложение было единогласно одобрено национальным панчаятом, парламентом платежного баланса. Непал занимает одно из первых мест в Азии по запасам гидроэнергии на душу.